Приветствую зрителей своего канала. Вы находитесь на синхронизации моей жизни. Получается, получил я Google AdSense. В общем, монетизацию я подключил 22 июля. И 8-10 примерно. И 1 сентября выслали мне, получается, в общем, письмо. Пришло у меня оно позже. Сейчас я вам все покажу. Вот видите, алло, с одной L, с буквой Ё, три восклицательных знака, гараж 5185 влог, да. За время я ни разу не менял свой канал, так же как не менял фотографии. И вообще это делать нежелательно, потому что люди уже привыкают к одному, как бы. И если вы меняете, то получается, и Google не сразу меняет там в течение полумесяца, в течение 3 месяцев. Если вы меняете фотографию или, допустим, канал, то как-то будет непривычно смотреть. Ну, дело, так скажем, каждого. По крайней мере, я не менял, менять не собираюсь. Вот, что я хочу сказать. То есть, когда отправлено письмо, оно, то есть, пришло мне примерно через где-то 3 с лишним недели, то есть в конце сентября, и дается 4 месяца. То есть я думал, что дается 4 месяца с получения, оказывается, нет, с отправки. Вот. Так как хотел записать я на видео, ну, вы сами знаете, то есть я поехал покупать дачу, есть плейлист, заходите, смотрите, то есть купил дачу, то, что хочу переезжать в Ярославль. И много было и личных, и много других дел, поэтому я не открывал письмо. Опять же, получается, если вы 4 месяца не открываете письмо, да, но достигли результата, то есть больше 1000 подписчиков и больше 4000 часов, то вы тогда, получается, можете канал монетизировать. А вот если вы через 4 месяца, то есть не вели, да, с 1 сентября, а сейчас получается у нас 6 января, и я не ввел этот пароль, да, то монетизацию у меня снимают. Я ее, то есть, получается, подключаю, постоянно надо входить, подтверждать аккаунт, и тогда она включается. И включается где-то на полсуток, на сутки максимум, потом снова она отключается. То есть я эту информацию знал. Такой информации я не знал, и я думаю, что даже таких роликов на YouTube нету. Но видите, все досконально зато. Вот. В случае чего, если письмо затерялось, или я его не открыл вовремя, да, если даже у меня в данный момент его бы не было, то отправляется повторное письмо. То есть письмо отправляется для того, чтобы YouTube понял, что канал принадлежит именно человеку, а не боту. Вот многие, кстати, пишут другую страну, другой адрес, там еще все такое. Но они никогда не получат письмо, никогда не смогут монетизировать канал. Конечно, вы можете писать все что угодно и делать, если вы занимаетесь рекламой, рекламируете другие каналы и многие другие вещи, да, то вам монетизация не нужна. То есть, когда вы не хотите подключать монетизацию, то вы можете ее не подключать и можете указывать другую страну. Там, вот, к примеру, у меня есть много скриншотов, я потом как-нибудь видео сделаю. То есть, где сколько оно, получается, идет, там 5 с лишним долларов США, около 2 долларов Россия, чуть больше доллара Украина и так далее. Так, ну, в общем, видите, да? Алло, гараж, Россия. Так, ну, давайте сейчас откроем. И что я еще хотел сказать? Сейчас чуть-чуть попозже. Так, ну вот, получается, я открыл конверт, да, смотрите, когда, то есть, получается, 14 сентября пришло, то есть, ровно 2 недели. А то, что первого они выслали, они мне написали в уведомлении на YouTube. Открываются все края, и то есть именно вот так вот оно, письмо внутри. И там уже все написано. Что я хочу сказать? Пошел я самым тяжелым путем, так как, скажем, я Лё Гараж, да, на самом деле. И то есть у меня все ролики, как многие заметили, уже под монетизацию.
Также я снимаю свою синхронизацию жизни, да, то, что мне нравится, то, что я хочу снимать, и чтобы у меня было для моей памяти. Поэтому снимаю именно так, все подробно. И в дальнейшем эти ролики, конечно же, они смотрятся людьми, они выстреливают. Единственное, то, что хотел, к примеру, вот мне нравятся очень ролики, к примеру, вот как приготовить салат оливье быстро, да. У меня ушло где-то на подготовку, на видео там, на монтаж где-то около недели все. То есть режутся сырые овощи, отвариваются и в дальнейшем готовится салат оливье, да. Ну там просмотров у меня где-то менее даже 50, ну меньше 100 это точно. А вот допустим, как выкрасить старые полы, да, у меня этот ролик набрал больше 10 тысяч просмотров. И также другие ролики, которые я даже не думал, что они зайдут, они почему-то заходят. Поэтому мне нравится снимать самые такие простые обычные ролики, как, к примеру, вот, так скажем, про лампу, да, то, что вот как заменить стактер, если лампа не горит. То есть вот этот ролик у меня тоже набрал прилично, около 10 тысяч просмотров в данный момент. Вот. По монетизации могу сказать, что в данный момент у меня получается 117 долларов. До этого у меня был период где-то первый месяц, там второй, третий. Я уже не помню, скриншоты обычно делаю. Ну, в общем, где-то у меня доходило за 28 дней. В общем, получается, первый месяц у меня по 30 центов, потом... Ой, то есть в день. Первый месяц в день по 30 центов, второй месяц в день по 50 центов, третий месяц в день по 70 центов и потом уже по доллару. 28 долларов за 28 дней. Это уже четвертый месяц. Плюс к тому же у меня ролики не были подключены к монетизации. То есть те, которые я выпускал, только да, подключены, а все оставшиеся нет. Я не знал и не думал. Думал, что автоматически можно подключить все ролики. Оказывается, нет. Каждый ролик делается отдельно. И там вы выбираете рекламу, какие виды реклам. Потому что, допустим, если вы выбрали там, к примеру, определенные рекламы, если они долгие, да, то могут люди тоже отписываться, как бы не смотреть. Вот. Есть рекламы с помощью пропусков, есть окна, которые появляются. То есть там разные 5 видов рекламы. И каждый выбирает в зависимости те, которые ему нравятся, те, которые он хочет увидеть. Вот. Пишите больше комментариев, ставьте лайки, задавайте больше вопросов. Могу видео даже так снимать. То есть и в дальнейшем я планирую все-таки сделать плейлист и конкретно им заниматься. То есть помогать начинающим ютуберам, начинающим блогерам, как что там все это дело делается. Так, ну вот смотрите, открыл письмо, получается, здесь ничего такого сложного. То есть шаг первый. Откройте страницу, это вы входите в аккаунт AdSense именем пользователя и паролем, который вы указали в заявке. То есть там шестизначный получается пароль. Потом шаг второй, нажимаете на значок настройки, выберите пункт настройки. Третий шаг, в разделе информация об аккаунте нажмите на ссылку, подтвердите адрес. Четвертый шаг, в открывшемся окне введите свой пин-код и затем нажмите кнопку «Отправить». Я, получается, подключил монетизацию, когда у меня было больше 1500 подписчиков на канале. Так как не советую ранее это делать, кто-то подключает вообще свыше 3000 человек, кто-то подключает свыше 30 тысяч человек именно монетизацию. Самое главное не то, что вы набрали 1000, самое главное, чтобы у вас хотя бы минимум 1000 просмотров была в сутки, чтобы ваш канал приносил доход. Если канал приносит доход, то YouTube это видит и он это поддерживает. А если вы набрали эту 1000 или 1500 там или 3000, да, и нету просмотров, канал не приносит дохода, то есть просмотров нету там, допустим, меньше 1000 просмотров, то смысла вам нет и подключать, так как YouTube не будет тоже с помощью этой рекламы зарабатывать и
Они в дальнейшем могут вообще вам полностью отключить монетизацию, которую вы в дальнейшем ее даже не подключите. Поэтому не спешите, наберите хотя бы 1000, так скажем. У меня было, когда я подключил монетизацию, у меня было больше 8000 часов. То есть наберите где-то в два раза, то есть больше 1500-2000 подписчиков. И чтобы самое главное, чтобы каждые сутки у вас было больше 1000 просмотров, то есть 1000-1500 там или более. Тогда только подключайте монетизацию. Не спешите с монетизацией, потому что это дело такое, когда вы подключите, то можете ее, то есть, потерять. Всем спасибо, до новых встреч. Подписываемся на канал, пишем комментарии. Всем счастливо, всем пока. С Новым годом. Смотрите плейлист. Всего самого наилучшего.